Сегодня такой компании, как «Картина ТВ», исполняется 10 лет. «Картина» — большие молодцы. Я помню «Картину» еще с самого, наверное, его начинания. Как проект, как зародыш. И когда это только было в начинании, не было еще так популярно и актуально. В тот момент, как раз перед тем, как узнать, я подумал, блин, как же круто было бы, если было онлайн-телевидение за рубежом для русских людей. И как раз я попал на «Картину». Вот, поэтому большие молодцы, что даете возможность смотреть. Когда я был в Германии и выходила серия «Холостяк» на ТНТ, я смотрел именно через «Картину». Вот, поэтому большое спасибо, что даете возможность и делаете такие крутые мероприятия с большим списком артистов, радуете людей от души. Хорошие люди работают на «Картине ТВ». Вот хорошие мероприятия сделали, 10 лет трудятся. Я считаю, что очень хороший проект. Во-первых, мы сначала друзья, потом партнеры, и мы, конечно, ваши клиенты в том числе. И я считаю, что то, что мы сделали 2 года назад, чего мы начали нашу работу совместную, это когда мы ребенка искали на пломбир на наш, и когда мы получили 180 тысяч фотографий за 2 месяца, это был гениальный проект. Мы сделали потом с «Мисс Пломбир», «Мисс Картина». Я думаю, сейчас после чемпионата мира по футболу у нас в ящике спрятан офигительный проект, просто чумовое, которым мы удивим вообще весь рынок. Все будут плакать, завидовать. Мои конкуренты и ваши тоже, что мы такую ерунду придумали. Но много что мы смогли сделать. Мы уже много лет сотрудничаем, и, знаете, очень удобно, когда мы по гастролям. Вот. И каждый... Я работаю с клоунами, да. Вот, поэтому каждый раз в каждом городе пользуемся этой сетью. Очень удобно. Спасибо. С днем рождения. Ну, для меня это было открытие, когда столько русских людей приходят на концерт популярной русской музыки. Это очень приятно. Это значит, что данная компания несет русскую культуру европейскому человеку. Это очень важно. Гуляем на 20, на 30 и на 50 лет, если, конечно, доживем. Спасибо, с праздником. Что связывает вас с «Картина ТВ» и как давно? Сначала это, конечно, были деловые бизнес-отношения, которые с годами переросли уже в партнерские и уже и в дружеские, и в тепло-дружеские отношения. Хороший юбилей, 10 лет, это только начало. Нас связывает, конечно, совместная работа. Мы сотрудничаем с компанией, наверное, с первых дней. Я Лев Лещенко, я поздравляю «Картину ТВ» с днем рождения. Процветания вам, дорогие друзья. 10 лет «Картина ТВ», а вы сколько лет вместе с «Картиной»? 9 лет уже. А вот почти с самого начала. На год позже, но очень доволен, потому что «Картина» — это будущее, да? И на «Картине» все интереснее, все больше проектов. И очень доволен, что когда-то сделал правильный выбор, да, что начали с «Картиной» работать. «Картина», дорогая наша, с днем рождения тебя поздравляем. Расти, цвети, мы с тобой рядом. Мы всегда рядом, с огромной любовью, группа «МБН». 10 лет мы знакомы, да, 10 лет сотрудничаем, дружим. И, конечно же, наверное, это и мой тоже праздник. Имениннику давайте пожелаем долгих лет и много проблем. И меньше проблем, и пускай эти санкции нафиг куда-нибудь засунут себе, чтобы нам было весело и смешно, и мы всегда были рядом вместе, в любой точке мира. «Картина ТВ», я поздравляю вас с этой, вроде как, маленькой, но уже такой весомой датой, и желаю вам, естественно, процветания, чтобы эта дата утраивалась и употерялась, и удесятерялась. Светите всегда, светите везде. Зрителей у вас прибавляется, ваших почитателей и поклонников. «Картина ТВ» kenne ich jetzt durch Andreas Reich und seine Aktivitäten bei uns im Verein über 2 Jahre. Und dann war Andreas ja noch Präsident bei unserem Nachbarverein, bei Wiesbaden. Und da ist so ein bisschen die, würde ich schon sagen, Freundschaft entstanden. Und jetzt ist er bei uns aktiv, oder aktiver. Und wir sind total froh, dass unser Stadion heute mal so voll ist. Hoffen wir natürlich, dass wir es auch mal bei einem Spiel erleben. Aber erstmal hat «Картина ТВ» es jetzt geschafft, unser Stadion so voll zu machen. Also
scheint alles gut zu laufen, ja, freue ich mich natürlich. Мы дружим достаточно давно, уже порядка 10 лет. Раньше мы были рьяными, злыми конкурентами с Картина ТВ, а потом мы поняли, что с Картина ТВ лучше дружить, ни в коем случае нельзя воевать. И мы очень рады, что мы теперь партнеры, представляем эксклюзивно сервис Картина ТВ в Канаде. И с нашей помощью Картина покорит всю Северную Америку, чая Канаду. И это просто сервис номер один. Замечательный концерт, огромное количество артистов сегодня приехало, огромное количество музыки, невероятное количество зрителей. И, конечно, это здорово, что Картина ТВ устроила такой топ-праздник и празднование десятилетия. И прежде всего сделала это ради своих зрителей и для них. Картина ТВ с днем рождения, с десятилетием. Давайте еще больше, еще круче, еще лучше. До встречи вновь. С Картиной ТВ нас много что связывает. Расскажите. Хорошая дружба. Хорошие отношения. Вот. Гермес. Гермес, да. Конечно. Для меня большая честь с вами вместе отмечать ваше десятилетие, десятилетие Картины ТВ, потому что я вас давно люблю, и ребята у вас все классные, я даже сказала это со сцены. И самое главное, чтобы вы были востребованы, вернее, это во вторую очередь. Первое, чтобы вы были здоровы и долго жили, а потом, чтобы вы были востребованы, естественно, чтобы у вас была и любовь, и благополучие, все, что можно теплое, доброе пожелать, вот как близким людям, я желаю Картине ТВ. И заодно всем зрителям Картины ТВ. Мне кажется, они настолько развернули свою деятельность, что и не знаю, что можно еще больше пожелать. Не видеть границ, наверное. Наверное. Так что завоевывайте мир. Tolle Firma, tolle Leute, sehr verbindlich. Also super, hat total Spaß gemacht. Die ersten Gespräche und ich war auch sofort begeistert und sofort dabei. Что за 5 лет совместно мы сделали программу. Почти 60 детей получили помощь от фонда и в том числе при поддержке Картины ТВ. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить с такой важной датой. Я очень рад быть частью сегодняшнего вечера. Для меня это очень важно. Сегодня быть здесь, сегодня петь для своего зрителя, потому что здесь я вижу, есть фаны моей музыки, которые любят, знают мои песни, поэтому я был очень рад сегодня слышать, как они поют мои песни, как мы пели в унисон. Мы работаем с Картиной ТВ уже более 2 лет, мы довольны, даем рекламу, сотрудничаем еще в некоторых вопросах. Да, мы довольны абсолютно, с большим удовольствием приняли приглашение на 10 лет, поздравляем Картину ТВ. Желаем счастья и всего самого хорошего. Какие люди работают на Картине ТВ? Вы очень хорошо, наверное, знаете. Все замечательные, очень добрые, очень такие дружественные. У нас прекрасные с ними отношения. Мы на самом деле одна большая семья. Ну и 2 слова пожеланий Картине ТВ имениннику. Ну что, будем здоровы?